This ancient land has suffered 30 long years under Akadola's brutal dictatorship. The opposition parties, progressives, intellectuals, and anyone who dared oppose him, all eventually yielded to his iron will. Everyone assumed that there would be no end to Akadola's rule. However, as his oppression grew stronger and as countless demonstrations were violently quelled, the enthusiasm for a Skarian revolution deepened. Until one day, when an uprising exploded like wildfire. The revolutionaries have made their camp in eastern Skaria, the country's poorest region. Inspired by the revolutionaries, commoners, long oppressed, have taken up arms against Akadola. While they are disorganized, lack supplies, and are fighting with farm tools, kitchen knives, and relics of previous wars, they are convicted in their hopes for a better future. Despite countless setbacks, the revolutionaries have secured a front line. Akadola commands his army from his palace, a shining jewel situated deep in the wealthy western province. Thousands of his troops, supporters, and mercenaries recruited from allied nations around the world stand guard in his palace. They are well equipped and well trained. With these advantages, Akadola commands an endless onslaught against the revolutionaries. Perpetual war ravages Skaria, with no end in sight for this power struggle. Yet, on this day, an airplane makes its way through the skies of Skaria. Its destination? The revolutionaries' eastern encampment. Navigating no-fly zones is a difficult task, and the pilot was forced to land along the western border, deep within the Skarian army's territory. A young college student stepped off the plane, full of determination to help overthrow Akadola's regime. She, however, never expected to find herself in such a dilemma. No one could have ever imagined that the fate of Skaria and countless lives would rest upon this young woman's shoulders. Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы поиграем в Home Behind 2. В первой части не играл, игрушечка вышла на русском языке. Так, сейчас я посмотрю, да, все с настроечками прекрасно. Вот. Это пошаговые бои, вкратце, если нам приходится играть за рыжую, набирать себе в отряд того, кого мы найдем. Вот. И мы будем спасать город. Так. Угу, это Ханна. Снайпер, медик, разведчик. Ага, профиль. Таланты, воля. Давайте смотреть, что это. Сила, урон плюс один. Шанс блокирования плюс один. Шанс крита плюс один. Ловкость. Скорость, точность крита, урон. Интеллект. Получаемый опыт. Расход припасов. Добыча. Комплекция. Защита. Макс ОЗ. Сопротивление к ранениям. Да, тут есть ранения, тут их надо лечить. Ну, все, в общем. Я вкратце знаю, что как. Пока не это, не сильно. Получаемый настак. Получаемый настрой плюс один. Ускорение. Стойкость. Давайте пока ставим так. Я типа, ну, можно, конечно, убрать. Вот, например, защита плюс два. ОЗ, сопротивление ранениям. И ускорение и стойкость. Мы получены так. Получаем настроение, да. Мы возьмем себе силу, чтобы урон увеличить. Аж до, ну, 3, на плюс 3%. И скорость, точность я возьму себе пока что. Команда. Кого мы выберем? Команда. Так, гранатомет, осколочные гранаты, адреналин. Снайпер. Выстрел в голову, мишень, задержка дыхания. Ну, медик, понятно, шприцы, анестетик, скорая помощь, хиллер. И разведчик, вспышка, анализ уязвимости. Так, энергетик, что за энергетик? Исследование локации почти не требует энергии.
Что, прости? Так, наследие революции 90%. Так, хардкор. Ручное сохранение недоступно. О, прекрасно просто. Уменьшение ОЗ дает 10 стандартным наследие революции. А-а-а! Не, я не хочу. Зачем? Давайте, типа, что на у нас? Тут у нас обычный режим. Для большинства игроков нет особых эффектов. Вот особые эффекты. Сложно. Для опытных, так, население... Революции больше, сила врагов больше, сложность случайных событий. Давайте обычный режим возьмем. Я не играю, ну я не хочу драть жопу из-за какого-то. Да, тут, как я понял, много разных типов персонажей. Мужские. А при чем тут мужские? Непонятно. Их, короче, мы тут рандомно их будем открывать. А, ну, типа, как я понял, о, рост. 190. В маленькую меньше попадать будут. Вес. Ну, давай пусть будет 60 килограмм. Мечтать. А, расход припасов. О, даже тут еще. А, давай, у тебя будет 165. Вот. А, хобби. Мечтать. Расход минус. Скорость, стойкость, телосложение. Сила прибавится. Прекрасно. Паркур. Интеллект 2, комплекция минус 1. У нас комплекция 1 вообще. Видеоигры. Комплекция минус 1, настроение плюс 4. Сон. Макс ОЗ плюс 2. Без понятия, сколько у него УЗ и как нам это поможет. Аниме, настроение, чтение. О, опыт. А давайте опыт возьмем. Хотя давайте посмотрим, может тут еще что-нибудь есть. Ловкость, ловкость, добыча, сила. Опыт, добыча. О, кстати, да, это хорошо. Там на сколько чтений? 4, а тут давай пока путешественнее. Путешественнее возьмем. Комплекция это нет. Интеллект, воля, добыча, минус 4. Просто проценты 4 для меня это как-то вообще ни о чем. И поэтому я без понятия. Настрой, опыт. Как это вообще будет на меня влиять? Ну типа влиять на персонажа. Что нам вообще это даст? Ну я возьму, наверное, снайпера. Не знаю, мне выстрел в голову обычно выкашивает на раз. Так, ну тут такое себе пока. Скорость плюс 0,02. Даже не смешно. Ладно, я ставлю вот это. Добычу плюс 1 и опыт плюс 2. И возьму снайпера. Да, на обычной сложности. Погнали. Посмотрим, что это за игра. Ну, как она мне зайдет, не зайдет, не знаю. Ух ты, прикольная загрузочка. О, в виде комикса. Слушайте, ну мне нравится. Всех пинают, всех бьют. Людей ставят к стенке за что-то. Прямо в аэропорту просто отвели несколько человек и к хренам собачьим расхерачили. Какой-то чувак кинул коктейль Молотова. Всем наплевать. Нас похитили. Возможно, это наш... Так, все норм. Игра подвисла, я думал, все, приехали. А где-то в пустыне к северо-западу границы с Карией. Стой, стой, я больше не могу бежать. Где мы? А, в моем импровизированном лагере. Прошу прощения за беспокойство. А, потерянный щеночек. Сначала я намокла, потому что армия Акадулы обстреляла меня из своих водяных пушек. А теперь еще детские прозвища. Не такого прям я и ожидала. А, ты ведь не слышала о новой политике Акадулы? А, поскольку Республика Норта объявила о своей поддержке революционеров, все прибывшие из Норта пассажиров приказано немедленно арестовать. А, черт, я поняла. Понятия не имела, что ситуация в Скарии настолько обострилась. Акадуле удалось... предотвратить проникновение любой информации за пределы страны. А теперь, если ты не возражаешь, я бы сменила эту мокрую одежду. Так, если не возражаю, все, что я могу предложить, это пара нестильных солдатских порток. Пойдет. Хм. А, должен сказать, потерянный щеночек, в этом прикиде ты выглядишь как беглая преступница. Завязывая со своими скверными шуточками, я не в духе. Моя мама всегда говорила, что по мне плачет карьера комика. А, так, у меня, однако, стоит тебя поблагодарить. Ты спас мне жизнь. А, не стоит, я филантроп, мне нужно... переводчик в гид. А в наше время в Скарии днем с огнем не сыщешь дружественного
Нортонианца. Тебе лучше нанять кого-нибудь из ближайшей деревни. Из местных? Да на этих дикарей ни в чем нельзя полагаться. Я больше чем уверен, что они скорее сдадут гражданина республики Нарта, а Акадулле, так, за сотню зеленых. Я такая же местная, оставь свои предрассудки при себе. Я просто училась в республике Норта, уехала еще в детстве. Это объясняет, почему твой скарский так же хорош, как и твой английский. Что ж, даже если ты и местная, ты, по крайней мере, хорошо образованный и тоже в бегах, как и я. Думаю, настало время представить друг другу. Называй меня Ханнан. Ханан? А потерянный щеночек тебе не нравится? Завязываю уже, ладно? Я начинаю жалеть, что ты меня спас. Ладно, а почему ты решила вернуться в Скарию в такое время? Есть куда более эффективный способ самоубийства. Ради Скаи, чтобы свергнуть Акадуллу. Он истинный враг всех патриотов Скаи. Я начала планировать возвращение домой сразу же, как узнала о начале революции. Так, понимаю, значит, ты хочешь присоединиться к революционерам. Можно и так сказать, просто я горю идеей, а ты что, черт возьми, здесь делает нартонянец? Просто хочешь пострелять? Я путешествую. Идеальное место для туризма. Можешь звать меня принц. Принц из какой же ты сказки? Сказки — это скорее ужастик, тебе не кажется? Отрезанный от всех, беспомощный один в пустыне, а с жалкими остатками продовольствия, да и не стоит забывать про армию. Я хорошо понимаю твою ситуацию. Какие у нас варианты? В первую очередь нам стоит раздобыть транспорт. Пешком пустыню нам не пересечь. Прикольно, эта штука вроде как перевозит ядерные боеголовки. На самом деле я видел следы покрышек. Я предполагаю, что их оставил какой-то старый грузовик. Так, следы покрышек — это неожиданно. Секунду. Так, все, продолжаем. Так, следы покрышек. Так, где ты такому научился? В отряде бойскаутов. Так или иначе, нам стоит пойти по следам и найти этот грузовик, пока он не развалился. А после этого, все, что нам нужно будет сделать, убедить владельца одолжить нам транспорт. Это совсем не смешно, принц. Я революционер, а не бандит. Да-да. Тогда, думаю, водитель, кем бы он ни был, не откажется взять парочку автостопщиков. В любом случае, в первую очередь, нам нужно догнать этот грузовик. Вам, мисс... Так, вам, мисс, может и не нравится мое чувство юмора, но мы сейчас в одной лодке. Нам стоит скооперироваться. Не то чтобы у меня был выбор. Так, мудрое решение, поспешим, времени у нас мало. Если успеем этот шанс, проторчим до конца своих дней в этой пустыне. Хотелось бы этого избежать, но нам понадобится что-нибудь для самозащиты, иначе далеко не уйдем. Кто бы ни был за рулем, этот грузовик, он точно вооружен. Так, я все посчитал. Видишь, вон там тот ящик, там лежит оружие, две штуки. Я купил его у парочки голодных браконьеров. Это оружие не многим лучше куска металлолома, но это лучшее, что я смог раздобыть в этой чертовой пустыне. Лучше, чем ничего. Меня учили обращаться с таким. Да, ты понял. Так, полна сюрпризов, а? Бери оружие и давай выдвигаться. Посмотрим, не перестрелить себя или меня. Я рассчитываю на это приключение, мисс Мокс. Прошу прощения, мисс Хана. Еще раз назовешь меня так, и я могу совершенно случайно закрыть тебе рот навсегда, принц. Так... Куча болтовни, и начинаем интересность. Так, о, нихрена себе, он прокачанный малый. Он у нас умный. Бойцы вашей команды ожидают здесь ваших указаний. Нажми. Так, начать. Так, все оружие и снаряжение хранится на складе. Для каждого бойца нужно подобрать подходящую экипировку. Так, давай склад возьмем сначала. Так, все ваше оружие, броня и аксессуары хранятся на складе. Откройте, ну понятно. Однако вместимость вашего склада ограничена. Так, у нас есть пистолет и это.
Так, погоди. Я ничего не буду выбрасывать. Брони и аксессуаров у нас никаких нет. Давай смотреть. Вы можете посмотреть информацию о своих бойцах. ЭДС. Каждый боец имеет 5 базовых характеристик. Сила, ловкость, воля, телосложение, и, ну, интеллект и воля. Так, бойцом может экипировать оружие, броню и двумя аксессуарами. Щелкни левой кнопкой мыши, чтобы одеть или снять снаряжение. Так, у каждого из ваших бойцов есть своя специализация. Оперативник он, а я снайпер. Красота. Каждая специализация имеет свои стандартные навыки и... ультимативные способности. У меня вопрос, вот сразу напишите. А есть ли какой-то профит, типа, если бы сейчас взял оперативник, у нас было просто два оперативника и все. Давай мы тебе дадим. Давайте пехоль дадим. Брони нету. А, тут даже так, окей. Ханна, держи оружие. Обрез. Я понял, спасибо. Так, улучшить для командных. А, улучшение. Улучши свой командный центр. Улучшая постройку, увеличивает емкость склада, стоимость продажи снаряжения плюс 10. Так, давайте смотреть, тут ничего нет такого, что смерти. А, ну, это еще пока рано. Начинаем. Продолжить исследование, игровой процесс будет автоматически сохранен. Окей. Как вот эта загрузка мне радует. Так, типа нам надо искать всякие ништячки. Они будут сами идти? Опа. Так, вперед. А, на D надо нажимать. На пробел бег. Так, во время исследования вы будете находить различные ресурсы. Так, все хранящиеся в лагере ресурсы отображаются наверху. Окей. Время, так, временные ресурсы, полученные во время экспедиции, отображаются зеленым цветом. Ага. А, это мы следы грузовика ищем. Опа, нифига себе. Прикольно. Так, давайте смотреть внимательнее тогда. Там вон что-то поискать можно. Оазис. Мы бенз нашли. Оазис. Так. Оазис. Красивый оазис посреди безжизненной пустыни. Прохладная зеленая тень создает правильный контакт. Вокруг железной постройки, вокруг. Собрать питьевую воду. 91%. Рыба. 68%. Я понял. Так, погоди. Цвет круга показывает шанс успеха. Говорит о том, какая характеристика на него влияет. Так. Давай воду соберем. А по мере роста характеристики бойцов будут увеличить. Шанс успеха команды определяет самым высоким показателем среди бойцов команды. Давай воды наберем. О. А, я ничего не нажимаю вообще. И можем еще и порыбачить. Провал. Неплохо. Все, спасибо. О, да, оазис, нам сегодня везет. Везет, если бы нам везло, мы бы не тащились через эту черту пустыню. Постарайся быть позитивнее, мисс. Негативные мысли в такой ситуации ни к чему не приведут. Честно говоря, мне любопытно, так жестокость Акадула распространяется только на тех, кто находится в Скарии. Что он такого себе тебе сделал, что ты всю жизнь так учившаяся в Республике Норта так его возненавидела? Только не говори, что ты вернулась на родину исключительно ради прогулки по пустыне. А может, придумаешь какую-нибудь слезливую патриотическую притчу? А Атакул убил всю мою семью и истребил мое племя. Это достаточно убедительная для тебя причина. Это все, что тебе нужно знать пока что. А теперь отвали. Прости, я просто хочу получше понять тех, с кем мне пришлось работать, если я собираюсь им доверять. Доверять, если бы твоего отца предал лучший друг, который потом полностью разрушил твое будущее, ты бы понял, что доверие между людьми — это непозволительная и опасная роскошь. Прикольно. Прости, меня немного занесло. Нет, ты права. Если бы у меня был блокнот и ручка, я бы записывал твои слова для будущих поколений. Так я правда хотел бы послушать рассказ о твоем детстве, когда будем в настроении. Давай пока сконцентрируйся на текущее задание. Так. Следы. Так, похоже, возле этого оазиса останавливались на отдых много машин. Вы видите два следа. Так, тележку. Так, два следа, по которым может пройти один из них, принадлежит интересующему вас тяжелому грузовику. Какой же из двух? Более мелкий и узкий? Нет, более глубокий и широкий. Стандартный след. Более...
Верблюжье копыто, серьезно. А, да, мы впереди на правильном пути. Я просто смотрю. Я так понимаю, когда круг закончится, мы все, типа, ну это... Продолжить миссию 1 час. Мы нашли какую-то траву. О, какая-то баба. Черт, разведчики армии обнаружили нас. Тогда давай повторим правильную позицию для стрельбы. Предполагает. Осторожно. О, при встрече с врагом ваши бойцы займут свой строй и приготовятся к битве. Так, в этом списке вы можете увидеть все... Ну, это понятно. Щелкните, чтобы начать бой. Начать бой. А, тут идет зарядка оружия или как? Нет. А в чем прикол? Ух ты, нифига себе. Я не понимаю прикола. Но видно, что мы выигрываем. Шанс крита 10%. О, 12 ресурсов. Эй, должен признать, ты куда более способный боец, чем я мог себе представить. Так, способный. Я учился в военном колледже в Республике Норта 3 года. Я входила в 5 лучших учеников класса во владении легким оружием. Образованное... Так, образование, фигование, настоящие навыки показывает реальная битва. Ты прав, бой в реальных условиях намного сложнее, чем стрельба по мишеням. Потому что твои цели движутся? Нет, потому что мои мишени воют, кричат и молят о пощаде. Однако ты... Не колебаясь, нажимаешь на курок. Я начинаю подозревать, что это не первый твой боевой опыт. Глупому нартынянскому туристу никогда не понять тех грехов, которые Акадулла совершил против моей семьи и всей Скарии. Я могу понять больше, чем ты думаешь. Ненависть меняет все, и все же я не могу перестать думать о именах этих бойцов, об их любимых и друзьях. Не могу перестать представлять, что чувствую их семьи, когда узнают об их смерти. Но я знаю, как нажимать на курок. Это я делаю. А что насчет тебя, принц? Что заставляет тебя нажимать на курок? А что ты имел против скорийцев, чужих тебе людей? Мое воображение не так богато, как твое. Я сражаюсь ради выживания. Люди тоже живут по законам природы. Выживает сильнейший. Если не убьешь, ты убьют тебя. Пощади врага и станешь жертвой сам. Уверен, ты сама усвоила этот урок однажды. Причина... Не самая благородная, но убедительная. Тут я с тобой согласна. Неужели? Бойцы команды по разным причинам могут получать ранения во время исследования. Вы можете полностью их исцелить. Можно нажать вот сюда. И за припасы восстановить всем хп. А еще надо внимательно смотреть за ресурсами. Ну вот мы... О, там какая-то деваха с дробашом. У нас левелап, кажется. Кажется, у нас левелап. Так, бойцы... Так, некоторые ранения. Я знаю про ранения. Используем медикаменты или лечебные... А, тут надо лечить травмы, я понял. Но у нас 2 очка есть в прокачку. А во что мы тебя вкачаем? Ты у нас в что вкачан? В интеллект. Добыча у тебя растет. Таланты непонятно, подробно. Ага. А, ему нужно силу и интеллект качать. Ну, судя по основные характеристики, да? Подожди, а у нас что? А. Понятно. Давай тогда вкачаем тебе... Я хочу вкачать тебе в силу 2 очка. Так, а теперь ты. А ты у нас будешь, ну то есть больше урона наносить. Где у нас защита была? Вот, защита. Давай защиту, 2 очка кинем. А это типа основной персонаж, ей нельзя умирать. Так. А кожаная куртка охотника, порвана ее. Дробовик в плачевном состоянии должно быть. В последнее время охота у нее идет плохо. Похоже, короче, понятно. Может быть, эти деньги изменят твои... Твое мнение. Так, использовать деньги 10. Нет. Похоже, тебе нужно преподать урок. Зачем? Революционеры предлагают волю народу. Не знаю, что это. Мы не революционеры, согласить.
солгать. А, мы не революционеры. Код у него... Ну, давай вот так. А, ура. Так, охотник, кажется, успокоился. Попробуем спросить, знает ли она, куда поехал грузовик. Купить оружие, купить припасы. Ай! Не хватило. Купить оружие. У меня нет столько денег. Охренеть. Я не знаю. Легкий пулемет. Уровень 0. Урон 8-10. Ни хрена себе. Стоп, да. Спросить, куда поехал грузовик. Все, спасибо. Мрачновато. Да, согласен. Стоп. А, я не могу назад бежать. Запомните это, прежде чем так делать. Так. Что он только что набрал? А, это спирт. Ни хрена себе. Посмотри, след от быстрого торможения. Поворотные фрагменты металла, детали от машины и много пустых гильз. Здесь был бой. Похоже, мы не единственные, кто хочет догнать этот грузовик. Верно. К счастью, эти следы свежие, а гильзы еще не остыли. Думаю, мы совсем близко к нашей цели. Но сперва лучше восстановить наши силы с помощью припасов. Нам, возможно, придется убить хозяина грузовика, если он будет настроен неудовлетворительно. Дело, говоришь, принц, но у меня до сих пор сомнения на твой счет. Все туристы из республики Норта такие опытные бойцы. Судя по твоей манере говорить, подобные ситуации для тебя типичны. Ха, на самом деле, подумай минутку перед тем, как выдать очередную сочинительную легенду. Мне не так просто навязать лапшу на уши, как ты думаешь. А кто ты такой? Какого черта ты так делаешь в Скарии? Последний раз спрашиваю по-хорошему. Ну, тем более у него ствол, у меня дробаш. А вот как ты относишься к своему спасителю? Это допрос? Ладно, я понимаю, что тебе терзают сомнения. У тебя ко мне десяток вопросов. Ну, а нам нужно догнать этот грузовик. Мы больше не можем терять время. Так, но обещаю, когда мы решим нашу проблему с транспортом, я тебе все расскажу. Надеюсь, ты сдержишь свое обещание. Так, поискать припасы. 89%. Неплохо. Так, поискать оружие. Да, конечно, аж 700 раз. Все, спасибо. Так, бенз. Грязь, грязь. Так, из-за так боевых действий в зоне следы колес почти потеряют. Какое направление нам стоит пойти? Давай смотрим. Оу. Успех. Давай попробуем. А, так, следы. А, ну давай на север тогда. Ну раз следы ведут на север. Таблетки, бинты, ой, сколько всего. Ну ладно, это потому что на обычной сложности. Я думаю, что там на самый топовый я бы там... Добыча. Добычи пока нету. Я бы там, наверное... А, на пробел. Стоп. Понятно. Так, час. Ага. Мы теряем, то догоняем, то не успеваем. Час. Просто я думаю, что когда мы его догоним, там начнется заварушка. Мы дерево нашли. Кстати, дерево нашли, железо и батарейку. Нам надо же будет потом в дальнейшем прокачиваться. Ёб твою за ногу, а вот и ребята. Так, элита. Отряд армии. Оу, Ханас. Внезапная атака. Так, взрывная ловушка. Я взрывную ловушку хочу. Успех. А, держать строй. Нам только на него одного нападать надо. Давай, атакуем. Так, настрой будет. Так, понемногу повышается при атаке полученный урон бойцам. Окей. Когда шкала настроя бойца заполнится, нажмите, чтобы на его изображение, чтобы использовать его ультимативную способность. А чё он не? А, надо на него было нажать. Это какой-то танк у него режим. Надо его местами. Он, ох, ни хрена себе. Что произошло? А, уклонение, ясно. Я не успел заюзать свою способность. Новое оружие низкого качества, но винтовка. Во время экспедиции будете получать предметы, окей. Ага. Так. Отпустить, ага, конечно, гениальная идея. Так. Я грузовик нашел.
А вак нельзя, кстати, еще немного, и эти типы меня бы изрешетили. Вы типа муж и жена, пара дерзких наемников, прибывших, чтобы спасти меня из лап смерти и бесчестия? Муж и жена, наемники, ты что-то попутал, мы революционеры. А, точнее, одинокий революционер и ненавистный турист из Республики Норта. Странная парочка, но в любом случае вам обязан. А твой грузовик, похоже, заведен. Скайрийской пустыне, кажется, по этой местам, значит, наверняка привлечь внимание армии и бандитов. А, это последнее сокровище моего племени, я должен защищать его любой ценой. А Кадула забрал у нас все. Похоже, у нас общий враг. Я Ханан. Уроженец Скарии. А это Нартанианца. Зовут принц. Предположительно. Так, зовите меня Хачун. Я старший сын старейшины некогда процветающего и славного племени Каса. Армия преследует меня уже давно. Вот уже несколько месяцев я в бегах. Вынужден колесить по этой чертовой пустыне. Племя Каса, а разве ваши люди не поддерживали Акадулу на его пути к власти? Как вы до такого докатились? Акадула... Поддерживали три племени, но только Хамуфа, его родное племя, пожинает плоды этой победы. Остальные попали в опалу сразу же после того, как диктатор переступил порог дворца. Акадула приказал немедленно изгнать и истребить племена Каса и Тинари, а выживших остались лишь единицы. Вот какая нас ждала награда. По крайней мере, Акадула предсказуем. Он никогда не оставляет в живых тех, кто может представлять угрозу для его власти. А ты неплохо разбираешься в скайрийской истории. Для туриста из Норта. Я всегда изучаю историю страны перед визитом. Ну, знаешь, глубокое погружение. Ты из Республики Норта. Судя по твоей пушке, я бы сказал, ты немного увлекся со своим погружением. Как ты оказался на запасных пустошах Скарии? Разве территория племени Касса не в центре, в центральной части страны? Была там, да, Акадула. Нанял орды налетчиков, чтобы они постепенно вытеснили нас с нашей плодородной земли. Так, в эти бесплодные пески. Теперь нашим дома среди дюн, безжизненных, как и наши надежды. Кажется, здесь это борьба. Даже за то, чтобы найти источник воды, жизни в племени становится все труднее день ото дня. Многие старейшины погибли от голода и недоедания. Те из нас, кому удалось выжить и сохранить силы для борьбы, присоединились к революционерам. Ничего мы не желали больше, чем смерти Акадулы. Но землю моего племени были слишком далеко от штаб-квартиры революционеров, а на востоке мы мало что могли сделать для того, чтобы... противостоять армии. Так, все наши бойцы бежали, спасая свои жизни, или погибли на месте. Перед тобой последний воин племени Каса. По крайней мере, ты обзавелся крутым титулом. И печально. Мне очень жаль, что тебе пришлось столько пережить. А мне очень жаль, что твой грузовик в таком состоянии. Ты добрался сюда из центральной Скарии на этой штуковине. По ней плачет автосервис, она еще ездит. Это зверюга, это модифицированный Урал из 80-х, продукт Северной Федерации. Мой отец работал как проклятый, чтобы совет племени выдал ему этот грузовик. У него дизельный двигатель V8 мощностью 240 лошадиных сил, ручная коробка на 5 передач и пониженная передача. И на него можно погрузить до 12 тонн, дружище. Ну, конечно, ядерную ракету на нем возили. Ты послушай, как гудят его стальные пластины. Посмотри на эти пуленепробиваемые стекла. Присмотрись, кабина, топливный бак и двигатель имеют броневую защиту. А еще он оборудован самыми продвинутыми амортизаторами из Северной Федерации. Даже по самым сложным поверхностям катит как по маслу. Так, ничего
из только что перечисленного я в упор не вижу. У меня галлюцинации, Ханан? Так, его нынешнее состояние исключение из правил. Мне не удалось найти подходящие для ремонта материалы. Видишь эти дырки? Они оставлены патроном калибром 12,7 мм. Он тяжело... Атака тяжелого пулемета. Я бы уже давно отремонтировал... Так, отправился в... Про отцам, будь это обычный грузовик. Эта крошка надежный компаньон, кроме разве что периодических отказов тормозов. Видели бы вы ее до этого последнего налета, чертова армия. Кузов так, шины и двигатель повреждены. Так, она не сдвинется с места без ремонта. Но нам нужен транспорт прямо сейчас. Не забывай, нас тоже преследуют правительственные войска. Вот, возьмите ключи, я ваш должник, вы спасли мне жизнь, а у нас общий враг, Акадулла. Я не могу починить грузовик, нужны подходящие запчасти. Посмотрите в ящик возле грузовика, там должны быть какие припасы и бензин, может, конечно, что... чем богаты. Отлично, посмотрим, что тут у нашего Урала неисправно. Так, починить вручную. 62%. Давай 62%. Я был прав. Успешно. Состояние плюс 3. Так, почините исправить. Так, используем припасы 2. Нет. Успех. Починить использование припасов 4. О, Харун, УЗИшка, бронька и защита. Так, транспорт. Мы нашли транспорт и спасли его владельца. Выходцы из племени Касса по имени Харун. Отрадный успех. Возможно, стоит вернуться в лагерь и обсудить ваши дальнейшие действия. Окей. Так, мы спасли тебя. Подожди. А, ну ладно, окей. А нам надо его забрать с собой? Или он просто шмотки дал? Просто если надо его с собой забрать, я не... А, это финиталя? Типа все, конец пути? Ну, слушайте, меня пока радует. Как минимум, классная игрушка. То есть мы сейчас в лагерь вернемся. Блин, ну не, мне радует. И мы получили УЗИшку. Он с нами бегает. Ой, как громко. Реально громко. 17 ресурсов, окей. Так, проблема с транспортом решена, но я до сих пор не знаю, кто такой на самом деле, принц. Хе-хе, друзья, неужели в Скайрийском нет слова «уступка»? Неужели в Нартанианском нет слова «честность»? Если ты, дружище, ищешь союзников среди незнакомцев, будь готов говорить правду. Ладно, ладно, но я боюсь, что даже если я расскажу правду, вы мне не поверите. Хотя я могу показать каким-то одиноким проходимцем. На самом деле, я агент службы гражданской безопасности Республики Норта, отправленный в Скарию со специальной миссией. Стоп, 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 ты, должно быть, шутишь. Агент? Ха, тогда я президент. Так, невинный турист из Республики Норта, значит. Я сразу поняла, что ты брешешь. Видишь? Я знал, что ты не поверишь. Терпение — великое достоинство, друзья. Можно я дорасскажу? Я понимаю, что, возможно, ранил ваши хрупкие сердечки, но неужели вы действительно думаете, что я могу рассказать вам все сразу? Я прибыл в Скарию для... выполнение секретной миссии. Как бы я не хотел рассказать все, правительство СГБ не позволит мне рассказать дальнейшие детали. Ты не похож на человека долго. Но я стараюсь. К сожалению, моя миссия не увенчалась успехом, и по этой причине я потерял связь со штабом. И как вы, возможно, видите, я остался один на один с той бесплодной пустыней. Так, а вы правда думаете, что можно просто подойти к кому-то и сказать: «Привет, приятно познакомиться, агент Республики Норта. Отдайте мне вашу Акаду... отдайте мне Акадули, чтобы он меня пристрелил. Поэтому я турист, и это разумное решение». Не самая убедительная легенда, но с героем... так, пополам работает. Так... Ты правда нартынианский агент, да, но, похоже, ты не
киношный герой. Я тоже был разочарован, думал, они дадут мне кучу взрывчатки, снабдят неотслеживаемыми пулями и сексуальной блондинкой-напарницей. И, конечно же, у меня нет никакого удостоверения, где бы было написано, что я спецагент. Думаю, они ожидали, что я погибну быстрее. СГБ, однако, снабдили меня планом отхода. Шаг первый. Найти транспорт. С этим мы справились. А какой шаг два, думаешь, мы сможем пересечь западную границу и выехать из страны? Я пытался и должен тебе сказать, что это бесполезная затея. Граница охраняется тысячами солдат, а кадулы у них приказ стрелять на поражение во все неустановленным лицам. Нас и изрешетят пулями, наши трупы потом даже не опознают. Спокойно, я не настолько глуп, чтобы умереть на границе. Так, а какой же следующий шаг в твоем плане, мистер секретный агент? Не забывай, что нартынянское посольство давно закрылось. Кто тебе теперь поможет? Перед отправкой на запад я получил координаты секретной базы Республики Норта. Она находится в западной Скарии, недалеко отсюда. Секретная база Республики Норта в Скарии? Ты шутишь? Считай это тайным посольством. В конце концов, СГБ заинтересована в безопасности не только Республики Норта, но и всего мира. Ты шутишь? Нет, я абсолютно серьезен. Было бы опрометчиво пытаться добраться туда в одиночку, но с помощью этого красавца Уралу... О, у вас двоих шанс есть. Если нам удастся добраться до секретной базы живыми, мы сможем связаться с СГБ и получить поддержку с воздуха или с моря. Сразу скажу, что я не заинтересован помогать революционерам Скарии. Я вернусь в Республику Норта сразу же, как только мы доберемся до базы. Вернешься в Норта, но я здесь, чтобы бросить вызов Акадуле, чтобы увидеть, как восходит солнце светлого будущего для всей скорийцев. Ты собираешься сбежать в такой важный исторический момент? Я отказываюсь отступать. А Акадула должен заплатить за свои деяния кровью. Так, скажите... Кажется, вы не хотите мириться с реальностью. Скажите мне, какой вклад вы вдвоем, да пусть даже и втроем, можете внести в гражданскую войну. Но если уж вы настаиваете, можно внести коррективы. В конце концов, Республика Норта выразила желание поддержать революционеров, а во всем, кроме прямых боевых действий. Вас устроит, если я пообещаю, что СГБ не только предоставит нам сведения, припасы и снаряжение, но и поможет нам добраться до базы революционеров на востоке. Звучит неплохо. Я слышал, что служба гражданской безопасности имеет влияние по всему миру. Так, они потратили 10 лет на создание этой сети без устали, копая хитрые ходы, словно кроты. Хорошее сравнение. Я все еще не уверена, можно ли тебе доверять, но не то, чтобы у нас были другие варианты. Придется пока что тебе поверить. И на этой твоей секретной базе можно запастись припасами, по крайней мере, это хорошие новости. Мы на нартынянцы никогда не подводим своих союзников. Много лет спустя, когда все будет позади, будешь благодарить себя за этот выбор, если мы доживем до этого. Поверь мне, принц, я сделаю все возможное, чтобы тебя пережить. Хватит вам, иначе мы можем с тем же успехом попрощаться с жизнью прямо здесь. Надеюсь, на дороге не будет бандитов и приспешников Акадулы. Ты в первый раз в пустоши Скарии, юная мисс. Чувствую себя не в своей тарелке. Могу поделиться с тобой своими навыками выживания. Бесплатно, конечно же. Честно говоря, я в себе уверена, но если ты хочешь поделиться с кем-нибудь своими историями, я с радостью тебя выслушаю. Я тоже был в себе уверен в молодости, пока Кадулу не преподал мне жесткий урок. Во-первых, у нас не хватает двух жизненных важных ресурсов, денег и припасов. Думаю, ты уже понимаешь важность денег. Ты хорошо познакомилась с капитализмом, пора, пока жила в Республике Норта. Оружие, улучшение лагеря и другие вещи приобретаются за деньги. Припасы — это такие исключительные ресурсы, как еда и питье, вода и боеприпасы. А тут еще и боеприпасы есть.
Припасы распространяются между членами команды в ноль каждый день. Если они закончатся, мы будем голодать. Но это понятно. Нефть — ресурс довольно редкий. Возможно, это самый ценный продукт Скарии. А большое количество нефти расходуется на дорогу между локациями. Нефть также понадобится, чтобы разблокировать новые технологии и другие улучшения. А в дополнение к этому существуют такие четыре вида материалов. Камень, дерево, металл и транзисторы? А я думал, это батарейка. А все эти потребуются при улучшении лагеря и усилении снаряжения. Я понимаю, что эти ресурсы пригодятся нам в будущем, но сейчас у нас хоть шаром покати. Именно, будущее внимательно... Так, именно. Будь внимательна, но во время исследований собирай ресурсы при первой возможности. Не забывай также о поиске нового снаряжения и оружия для членов команды. Спасибо за подсказку, Харон. Не лопни от гордости, когда я пригоню целый фургон ресурсов. Желаю тебе только успеха. Чую, я нашел маленький партизанский отряд, скоро станет знаменитым на всю Скарию. Возможно, мне будет проще это представить, когда мы раздобудем припасы. Разблокируем грузовик Урал. Какой он отвратительный! Так, поздравляем, вы только что разблокировали свой первый объект в лагере, грузовик. Нажмите на него, значок грузовика, чтобы посмотреть подробную информацию. А, и да, и надо переместить этого чувака отсюда. Подожди. Точность? Лучше, ускорение меньше. Пока так. Давай на Урал нажмем. Так, с помощью нашего грузовика можно путешествовать по карте мира. Так, откройте вкладку сборка, чтобы снарядить грузовик аксессуарами, оружием и экипажем. А во время перемещения по карте мира вам могут встречаться вражеские транспортные средства. Хорошо экипированный грузовик выручит вас в трудной ситуации. Ну давай, у него... А подожди, а чего у него вообще по оружию? Ни хрена. Давай винторез тебе дадим. Ловкость минус шанс блокировки. Тебе дадим винторез, а тебе... Нет, стоп, подожди. А за каждый новый уровень бойцы получают 2 очка интеллект и так далее. Вы можете повысить уровень навыка бойца. А, кнопка выше уровня рядом с их значком. Окей. Сейчас, подожди, я хочу вот тут вот поменять пистолет на УЗИшку. Все. Да плевать, сопротивление крит ранениям. Так, а у тебя... Нет левела, да? У тебя только левел. Так, урон оружия плюс 4. Дополнительный урон по отмеченным целям плюс 1. У меня хрена туча припасов. А тебе нельзя, да? Что с грузовиком? Так, я тогда беру тебя. И беру тебя. А это что? Стоп, подожди. Сильно наносит... Так. Окей, тут... Умений нет, технологии. У меня есть нефть, у меня... Но я не могу, да? Уровень этого здания слишком низкий. А, нам надо улучшиться. Мы ни одного камня не нашли. В общем, давайте-ка на этом мы пока что с вами закончим. А, хотя подождите, куда это мы закончить-то собрались? Да, урон минус 6, добыча плюс 10. Нахрена ему тогда? Ей это не надо. А, хотя, давай дадим. Аксессуары. Защита плюс 1. Вот защита плюс 1 по-любому нужна. Все, у нас только пехоль остался. Оружие 6,5, 6,7. Точность. Скорость у нее побольше. Крит побольше. Защита плюс 4. Тут стойкость. И, ну ладно, 2 УЗ, окей. Сколько у него УЗ вообще? Как посмотреть, где? Сверни пока вот эту штуку. ОЗ, где у него ХП? А, у него 86, да? Нет, это энергия. Ладно, давайте на этом мы с вами пока закончим. Выбрасывать что-то, да в жизни нет. Да, у них тут у всех ранения, как я понимаю. У этого нет травм. У этого так чуть-чуть. А у этой такие солидные. И можем вот этими, вот этими ресурсами как раз лечиться. Используем бинт. Используем вот это.
и используем вот это. И мы полностью излечили ее от всего. Mm-hmm. Листик, как я понял, лечит вообще все. Но у нее ни хрена нет. Вот, когда ранения будут больше набираться, мы там будем получать хреновые эти бафы. Ну что ж, давайте на этом мы с вами закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.